Здравствуйте! Пришло время объявить победителей конкурса «Я люблю свою лошадку». И третье место заняла Пахрицына Ангелина. И она получает подарочный сертификат на сумму 500 рублей. Второе место досталось Мироновой Алине. И она получает в подарок карту на сумму 700 рублей. А победителем стала работа, присланная Кочетовой Надеждой. И она получает в подарок сертификат на сумму 1000 рублей. Все работы были просто сказочны, и мы не могли обойти их вниманием. Поэтому каждый участник, не попавший в тройку лидеров, получает 150 бонусных баллов на личный счет. Ими он может уплатить до 20% от стоимости заказа в интернет-магазине «Умная игрушка». Спасибо вам за участие и ждем встречи в следующих конкурсах!